Я Пак Петр Гаврилович, Пак Хен Сик. Родился в 1909 году, 18 января, в селе Новолитовском, Сучанского района, Приморского края, в бедной крестьянской семье Гаврила Харитонович, Пак Чангык. С 7 лет начал ходить в школу. В то время, когда отец был мобилизован в Первую империалистическую войну, я находился на воспитании у дяди Кузьмы Харитоновича, сельского учителя, вплоть до 1920 года. После разгрома нашего села, спровоцированного по указке и при поддержке интервенции китайскими бандами, мы остались без крова, без средств к существованию. Вынуждены были покинуть родное село и переехать в город Читу, к отцу, где он находился после ранения на Западном фронте. Прожив год с лишним в Чите, в связи с участием отца в Красной гвардии и Красных партизанских отрядах по освобождению Сибири и ДВК, начиная с 1921 по 1923 года, начался кочевой образ жизни в пределах Сибири и Дальнего Востока. После советизации ДВК в 1923 году переехал к отцу из города Хабаровска в село Шкотово Сучанского района, где окончил сельскую школу, 14 лет. По службе отца переехал в город Уссурийск, где продолжал учиться в школе и впервые вступил в пионерскую организацию. В 1927 году вступил в Ленинский комсомол и в этом же году переехал в город Владивосток, где продолжил учебу в школе второй степени, которую окончил в 1930 году с педагогическим уклоном. В 1929 году разошелся отец с матерью. Нас было трое. Я старше, сестра Нина, младше Володя, жили у матери Ким Софии Ушановны, работавшей тогда в артели промшвей, закройщицей. Жили на средства матери и время от времени, оказываемой материальной помощью, как семья красного партизана и красногвардейца. В 1930 году в связи с введением закона о всеобуще был мобилизован окружком комсомола на педагогическую работу в город Спасск, где и началась моя трудовая деятельность. В городе Спасске работал рядовым учителем, а затем заведующим школой. С января 1931 по ноябрь 1934 года учился без отрыва от производства в Институте кадров народного образования при ДВПИ, Дальневосточном пединституте. По окончании работал преподавателем, завучем и директором ШКМ, школы крестьянской молодежи. В марте 1935 года был отозван в аппарат ГУРАНО в качестве школьного инспектора и проработал до сентября 1937 года, то есть до переселения корейцев из ДВК в Среднюю Азию. В мае 1936 года женился на Ни Софии Михайловне, учительнице средней школы. В 1937 году, июль-август, заведовал краевыми курсами учителей корейцев по русскому языку в городе Уссурийске. По переселению прибыл в город Фергану, Узбекской ССР. С октября 1937 по июль 1940 года работал школьным инспектором и заведующим педагогического кабинета по совместительству, а с июля 1940 года был отозван в аппарат Ферганского областного отдела народного образования на должность заведующего сектора по кадрам, где проработал до июля 1943 года. По состоянию здоровья, острая форма язвы желудка, был переведен директором средней школы имени Калинина, где проработал с июля по декабрь 43 года, а с декабря по ноябрь 44 года работал заведующим городского отдела народного образования, а затем заместителем заведующего областным отделом народного образования. После курортного лечения с декабря 44 по октябрь 45, то есть до призыва в армию, работал зав. Отделом по учету и распределению рабочей силы Ферганского горисполкома. Член КПСС с апреля 40 года, принят Ферганской чрезвычайной комиссией Коммунистической партии Узбекской ССР. Прибыл в Северную Корею в ноябре-декабре 1945 года в распоряжение Приморского военного округа. Служил на офицерской должности переводчика в 7-м отделении политотдела 25-й армии в Управлении гражданской администрации Северной Кореи до июня 1946 года.
а с момента организации школы с июня 1946 по сентябрь 1957 работал преподавателем и заместителем начальника по учебной части в Центральной школе по подготовке руководящих кадров Северной Кореи. С сентября 1951 года по декабрь 1952 работал заместителем министра просвещения. А с декабря 1952 по декабрь 1960 директором Пхеньянского государственного пединститута. Освобожден в связи с возвращением на родину после 15-летней заграничной службы. В 1956 году Высшим аттестационным комитетом КНДР мне было присвоено ученое звание доцента. За время 30-летней службы в системе народного образования, включая службу в армии, административных и партийных взысканий не имел, а также не был судим. Имею печатные труды на корейском языке. Учебник «Политическая география мира», 23 печатных листа госиздат, июнь 50-го года. Статьи в журнале «Инмин», орган правительства, журнал «Гнудя», орган ЦК Компартии, журнал «Народное образование». Принимал участие в редактировании учебников и прочее. За время службы награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне в июле 1945 году. Медалью за освобождение Кореи. 1948 году. Медалью за победу над Японией в 1949 году. Юбилейной медалью 30 лет Советской армии флота в 1950 году. Двумя орденами КНДР Государственного знамени второй степени в 1951 году и в 1958. Почетной грамотой Кабинета министров в 1955 году. Семья прибыла в Северную Корею в 1946 году. Семья состоит: жена Ни Софья Михайловна, 1914 года, дочь Лидия, 1940 года, дочь Лиза, 1943 года, дочь Оля, 1947 года, дочь Мила, 1951 года. В Советском Союзе находятся брат Пак Владимир Гаврилович, 1916 года рождения, женат, член КПСС, инженер-строитель, город Корсаков, остров Сахалин. У брата мать Ким София Ушановна, 1891 года рождения. Сестра Пак Нина Гавриловна, 1914 года рождения, вдова, член КПСС, педагог, учитель средней школы русского языка и литературы, города Южно-Сахалинска. Сестра Пак Ада Гавриловна, 1933 года рождения, замужняя, старший лаборантка пединститута города Чимкент. 24 января 1956 год. Пхеньян, Северный Пхёнан, уезд Пхёнан, Пхеньянский пединститут.